Всем привет, ребят. Ну что, сегодня у нас битва гильдии на английском сервере. Надеюсь, она будет интереснее, чем в прошлый раз. Сейчас посмотрим, что у нас там за топы есть. 437. Хрон. Вижу хрона. Фрей нет. Есть огник. Ну, поехали, посмотрим сразу же его. Попробуем завалить. Интересно. Так, что тут у нас? 370. Да, есть. 355 357 380. Так, читаю, не крыло мне. Ну, в принципе, сейчас немножко состав поменяем. Пойдем трешовать, пробовать. Ну, это как-то очень легко было. В общем, зеленый смотритель тащит на битве гильдий. Такс. Духудзхел какой-то странный ник. Какой-то араб. Так. Сейчас этого мы завалили. 350, 350. Будем пробовать. Так, мы попробуем с этой стороны забежать. Через хрона побежим. Это как-то мы быстро всех понаслили. Интереснее, чем предыдущий. Так, что тут у нас? Махатма, ворожай сбоку. Интересно, придется на Мару брать сюда или нет? Думаю, нет. Тоже как-то очень легко. Если сравнивать то, как мы раньше бегали, скорее всего, что титул и сила очень сильно здесь влияет. Так, ну тут поинтереснее противник будет. Даже Фрей не вижу, но зато сносит неплохо. Ничего себе, второй раз резнулся. Западло, западло может нам сделать. Не прокатило. Тоже как-то очень легко все. Потом кто-то меня хотел пройти. Ужас. Так, поехали дальше. Что там у нас следующий? Две попытки у нас осталось. Нормально. Три попытки, уже 13 место. Так, 340. 355. Так, ну тут такие же, по-моему, герои похожие на моих. Так, Фрейка тоже есть, отлично. То, что надо, когда Фрейя есть, вообще просто супер. Стрелка нету.
А стрелка нет. Так, на ворожая нужно будет, наверное, все-таки ремку поставить. Смотрите, мои практически урона не наносят. Попробуем отсюда. Ближе. Интересно, придется все-таки минотавром бегать, либо броню набрать. Сейчас определимся, еще одну будет бил. Да, тут тоже печально все с дефом. Бьем. Такс. Ладно, идем еще поковыряем так, если нету, или Ронина. Ну, Ронина, конечно, для Тараста нафиг не надо брать, потому что они все кучно стоят. Попробуем так вообще отсюда. И крыло вытащили на себя. Дафа неплохо держится. Так, хорошо. Стрелка поставил. Добро. Место проеку. Так, и вместо Анубиса поставим хранителя. В принципе, нам этого должно хватить. Так, не крыло поставим. Цепелин, не цепелина, а да, цепелина. В принципе, должно нам этого хватить с головой. Поехали. Так, что там у нас? Тавр. Попробуем просто выпустим. Сразу же Фрей будет бить. Шо? Так, не хватило, немножко не добежал. Пробуем еще разок. Так, давайте так. Вот и все. 2 секунды, скажем так. Если бегать минус одну, новый результат у нас 5. Сколько там у нас получилось? 5188. В принципе, ничего сложного нет, но стало намного проще проходить. Раньше
были, скажем так, проблемы, не особо сливались вражеские герои. Сейчас я смотрю, когда мы силу подкачали больше 400, стало намного проще бегать. Так, вставляем обратно героев. Так, кого не поставил? Все, вроде все на месте. Вот такая вот битва гильдии. Пишите комменты, подписывайтесь. Ну, пока топов, как видите, нет. Будем ждать очередных. Все, всем удачи, всем пока.